Так, артефакт. Сразу берем. Бомба. Бомба ладьи. Уникальный реликвия. Так, смерть под 90 градусов. Ладья учился делать бомбу у матери. У него всегда были особые отношения с отцом. Так, под 90 градусов. То есть там вот. Напишут. Не напишут. Надо изучать. Так, здесь опять неизвестно что. Это загадка. Они двигаются как-нибудь. Действует. Но пока не действует. Богов у нас больше нет. То есть их теперь надо покупать. Либо подготовка. Чему подготовка? Свет выключить. Чего так там переход? Наверх не залезем. Так, это сразу сносим и все. Потому что опыт все равно не дается. Так, а здесь шипы. У меня ботинок нет. Мы потратим хп все равно. Чуть-чуть. 21 наносит. Ну, один раз. Ну, два раза. Так, циклон, сыворотка. Временно повышает дальность бросков. Антиматерия. Получать здоровье вместо урона. Ладно, временно. Временно тоже, наверное, где-то на минуту. Дальность броска 2,2. Был один, по-моему. Нет, это размер. Размер броска. Время повышает дальность бросков. Дальность у нас не повысилась. Но при этом он стал жирнее. То есть у него радиус больше.
тащил. Так, наверх. Здесь ловушка стрельнула, да? А вот здесь ловушка. Но это не опасно. Стреляй. У нас есть ключ, там торговец. У нас 554. Что-нибудь сможем купить. Проверяем. Здесь ничего такого нет. Можем обратно ключ купить. Здоровье. Пользуем. Место урона. Самый жестокий удар топора становится ласковым поглаживанием, просто волшебство. То есть он действует до первого удара, наверное. Ну, отката, ну, времени нету. Оу. Бонус ушел. И хп не дали. Там выход обратно. Бомбочка. Так, внизу выход. Так, либо бомба, либо это. Посмотрим, что делает бомба. Говорит он. Под 90 градусов бьет. Куда убегать-то мне? Так вот прям. Снес, в принципе, и меня должен был задеть. И он эти боковые задел. Да, здесь нарисован такой крест. Неплохо. Еще две бомбочки нашли внутри вот этих. Деревянный плохой, ну, а маленький. Это такой немножко, не знаю какой он. Следующий тип. И здесь такой же. Пусть будет золотой. У него есть золотые кромки. Так, по идее, есть вопросик. Если вот это переделать в другой цвет, то они бы все были одного цвета. Но я ничего сделать не могу. Ничего. Так, здесь везде были, идем вниз. Ключ у нас есть.
как другая бомба кается. Бомба взрывается огненными брызгами. Мне это больше нравилось. Торговец. Спасибо, что вы такой верный клиент. Так, больше он ничего не предлагает. Так, это почти полная. Ключ берем. Дает проклятие. Аптекарь часто ломит цену на святую воду. Люди все равно готовы ее покупать. Да. Так и есть. Это мы можем использовать. У меня проклятий нет никаких. Пока что. А монетки были? Все-таки монетки какие-то могут упасть. В его помещении. Брали туда ее. Оу. Все. Взял, встал. Или какой-то дали. Что это? Так, тут сундук какой-то, я вот такой не видел. Скелет 225, бросок кости 26, удар с плеча, он меня даже не видел, 38. Ожившая куча костей, скелеты наводняют шахту, куча людей, да и других существ тоже встретили здесь свой конец. Другие существа научились использовать это в своих интересах. Так, мимик, вот нам про мимика говорил этот... Кто-то там говорил, кузнец говорил. Так, 20, здоровье 150. Хитрый враг, атакующий, когда вы расслабились. Мимики – коварные существа, которые научились мимикрировать под обычные человеческие предметы, чаще всего сундуки. Говорят, что мимики всегда чуть-чуть несовершенны. Если понять, в чем их несовершенство, можно избежать нападения этих чудовищ. Надо сравнивать. Там больше ничего нету. Ну, будем опасаться мимиков. Королева. Реликвия повышается урон от бросков, дальность и скорость ударов. На земле, где теперь лежит раскопье, когда-то правили гиганты. Корону старого короля гигантов перековали на две короны. Для короля и королева. Так, дальность и скорость ударов. Скорость броска 26.1. 26.1. 19. 26.1. Радиус, размер. Сейчас дальность либо повысится, 6, либо как там размер броска будет. Так, базовый множитель плюс 10%. 19. Где у нас корона здесь?
Скорость не вижу. А, обычного. То есть удара. Это урон. Написано урон от бросков. Ну да, урон от бросков у нас идет вот это 10%. Дальность и скорость ударов. Здесь разновидность. То есть дальность размах 2,6, скорость удара 1,2. Это больше на ближника. Так, пойдем там стену взломаем. Сундук. Так, на мимика не похож. Похож. Отличия у него были, что он светился какой-то такой. Таким вот. И еду не собираешь. А, ой, так можно отталкивать. Ключик. У нас опять зайка. Деньги для жизни, а не жизнь для денег. Добро пожаловать в лавку черной зайки со странными товарами и безумными ценами. Можете купить то, что на столах. Или, может быть, я могу предложить вам кое-что от себя. Не продадите ли вы мне одну из этих вещей супер-пуперских реликвий? Нет. За сколько? 550. 380. Так, 550. Ладно, поняла, без проблем, но если передумаете, заходите к зайке, договоримся. Так, а здесь у нас писали. Цена в магазине 480, а 550. То есть цена продажа. Ну или купить тоже можно за столько. Так, ладно, у меня есть один ключ. Здоровье нам не надо, бомба нам не надо. Галоши, реликвии. У нас есть. Ходите и прыгайте по нефти. Первые калоши были сделаны из двух нефтяных прыгов. Нам это не надо. За три бомбы. Не-не-не. Так, остается только туда. Так, а вот здесь, кстати, надо взорвать, наверное. За бомбу кинуть, она сейчас все взорвет. Там должно быть много всякого. Прям так кинуть. О, по себе тоже бабахнул. И зато эти тоже уничтожаются. Можно еще одну бросить. Уходить дальше надо. Вроде ничего нет. Так,
получаем новый уровень, мы практически умираем. Падают. Падайте. Торгуется. Ключей у меня много. Удаляет проклятие, у меня его нету. Не падайте в дыры. Внимание, будьте на земле, когда кончается действие. Зелье полета. Так, ну это левитация, нам она не нужна. Здоровье надо. Ключ не знаю пока. Пока не надо, наверное. Хватает. Взорвать только бомбочкой. Пока что только бомбочкой. Может, потом можно будет каким-нибудь сверхударом разбивать. Так, это кто такой? У тебя бомбочкой. Это ты. Он сам себя убьет. Ну, сам себя убил. Так, Бобо. Убийство 0, так, здоровье 260, сильный, да. Ну, а кто сильный? Слабый, сильный, да. Здесь хотя бы пишет слабый молния, здесь просто сильный, да. Удар сверху 44, физический отчаянный рывок 40, взрыв. Флегматичный гигант с руками с бочку. Часто считают, что Бобо это имя отдельного существа, а не всего вида. Это не так, Бобо не любит насилие, если их не провоцировать. Мы их не трогали. Это который про эти говорил, какие-то зеленые эти. Еще про них тоже кто-то рассказывал. Сверху артефакт, ключ какой-то, релик, ключ, меч. Повышает урон от ударов за каждый ключ у вас. Надо пойти купить ключ. Так, у нас два ключа. Удары 18. 22 плюс 4, то есть по 2. И 100 купим. Плюс 6. По 2 урона за ключ. А, вот здесь пишет плюс 6. У них все посчитано. Секунды только вот нету на эти. Так, вроде все хорошо. На секунды действия зелья не пишет. Тут бомба, там ключ есть. Так, вот это не мимик, демон. Отличие. Здесь никакого отличия. Так,
открываем. Вот все. Там наверху все. Так, там еще есть проход. А босс здесь. Я уйти хотел. Босса мы сейчас не пойдем. Смотрим, что там наверху. Там мы вроде... А, ну да, мы пошли сразу вниз. Так, туда нас опять не пустят. Подземелье закрыто. Не открывается. О-о-о. Я поджег себя зачем-то. Прыгаем. А сейчас я тоже не особо уверен, что я его пройду. Я еще хочу проверить, наносит ли он урон бок, сбоку. Да, наносит. Эпично, еще эпичней. Думал, сейчас его нанесу, уйду, а меня это поставили в паутинку. Так, ладно. Дожил до почтенных 27 лет. Что было такое? Выбрано схем 748. Торий 2. Торий как был, так и остался. Зато мы можем что-нибудь улучшить. Урон от бомб. Да. Мне только он и нужен. Нам надо ХП увеличить. У нас 200. 220. Не так, чтобы много-много. Урон от броска. С собой еще 5%. Возьмем ХП. Еще ХП. Больше здоровья, пусть будет больше. Все, пойдем обратно здесь. Да, конечно, можно увеличить. Я им все равно не пользуюсь. 68. Раз хватает. Так. 78 на 10 увеличился. Радиус взрыва 1. У этого артефакта уже не сделать. Да уж, сапоги я уже не могу создать. Ладно, идем дальше.